плохо? Слышали? Да, 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 плохо, что так получилось, что поделаешь. Надо это решать, наверное, с корня. Эми, ушел банялар гоючо, жанага отходтор на пулет, понимаешь, ведь не сектинче. Ушел, мысли, мне обычный, джей гомюр, джей. Обычный, или ушел, или отнуду, джахса болот, ты имна. Ал, джилдаля булган от башкаректа, ой, имна, бил, ушел, гомюр, бурл, дохшой. Он кен барды, ушел, ну, или умрум, куда, или? Капкара болып тұрады да, кетесаңдара капкара, кетекістен туман болып тұрады да. Туман десе ойласаң, ал қара түтін. Еске тұрсаң, қадым көте туман, әме, түтін жұтырады, ашу. Айла жоқтың әлі жауады да. Отын, көмір, Европа, Америкада көмірден мұрын әлі қатқасы берешкен әлі, Қырғызстан қыжағары жатты. Қырғызстан, Индия, Пакистан сияқты мемлекеттер. 99% автомобилей – это автомобили старые, привезенные с Японии, с Европы, уже выкинутые там фактически на мусорку. А они вот они ездят по нашим городам и портят воздух в том числе. Ой, бұл қалғанған сезу ата, зайрықты шардан сұртқа чыққанда, шардың ечі айылай көк түтін екен байқалып тұрады. Мен солыққа қандай деп тасыр? Ола да, тасыр тегізет да. Ошон үшін көп оғырулар пайда олшы, ошо да. Чему-нибудь приведет, дышать нечем вообще даже здесь. Пока бороться не будут вот с этими автомобилями, тут же 90% дымят. И, ну, это, наверное, зависит от того, что вот жгут вот эти вот листья, в основном загородные, которые живут. Возможно, из-за этого. Это чувствуется, да. Это всегда чувствуется. Вот, допустим, едешь с села Урцай в город, и видно то, что над городом смог. Печально это, ребята. Ну, у меня случай работы, я побежал. Шар, тодан чыгып карасаң стар. Алат олоумун маңдайдагы баспалтоктон карасаңар, шаардын үстүндө силердин кийген кийимдей болгон капкара мындай нерсе басып турат.